делаем людьми азартными, мы их мотивируем, мы их сподвигаем на такие вещи, которые никогда не до нас, до встречи с нами никогда до этого не делали. В любом случае, счастливые и свободные люди, да, то, что нас здесь объединило, это, конечно, наша страсть к путешествиям, да, прежде всего, я думаю. И, во-первых, поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вы даете нам возможность знать такой бизнес, который дает много шансов каждому человеку. Я познал здесь очень много друзей. Для меня Мария не просто там, босс, там, я не знаю, там еще, это шеф, там, да, это в первую очередь мой друг. Очень большой, очень такой яркий и очень надежный друг, которого я очень сильно люблю и которого любит вся наша компания. Я уверен, что не только я это говорю, это говорят все от моего лица. И, Маша, спасибо тебе большое за то, что ты есть. Мы просто очень долго думали, что же можно подарить человеку, который объехал практически весь этот земной шар. Человек, который очень гостеприимен ко всем, кто приходит в дом. И мы подумали, что все-таки, хоть вы и не пьете. Почему же очень даже? Но люди, которые приходят, они все-таки иногда любят немного пригубиться, я в частности о нас, вот, о всех столиках. Он с небольшим сюрпризом. Он здесь даже с небольшим презентом из Испании. Это дополнение в коллекцию вин. Очень-очень приятно сегодня быть здесь, среди вас. Я люблю компанию IVC Company. Действительно, я даже не знаю, сколько уже времени прошло, когда мы познакомились с Марией. 5 лет уже. Я думала, года 3 назад, уже 5 лет. 5 лет. Мы познакомились с Марией, с прекрасной семьей, с Татьяной Филипповной, с Катюшей, с ребятами. Из 15 лет многие за нашим столиком работают, ну, большее количество лет. 18, да, Андрей, правильно. Вот, и я рада, что мы как бы все познакомились с Марией, с Татьяной Филипповной, да, и работаем в этой компании. Вот, и хочу пожелать, соответственно, IVC HPA, а то бишь прошлому топ-левелу, процветания, новых городов, открытий, новых курортов. И хочу лично Марии, ну, от себя, я надеюсь, меня все поддержат, чтобы наконец-таки она открыла собственный отель, куда могли бы мы отправлять своих отдыхающих. Да, ура! Ура! Вот уже 15 лет существует наша компания, и это прекрасный юбилей. Он говорит о целеустремленности, перспективах, конкурентоспособности и коллектива, и руководителя. В 15-й ваш день рождения стабильности я пожелать хочу. Еще, конечно, процветания, чтобы все вопросы по плечу. Еще, конечно же, партнеров, надежных, верных, терпеливых, клиентов вам, не нервных, позитивных. Коллективу процветания, прибыли больших всегда, двигаться и развиваться, и не сдаваться никогда. Идти вперед без всякой суеты, исполнить планы все и все мечты. Желаю фирме долгих лет, безоговорочных побед, всех конкурентов обойти, вы круче всех, как ни крути. IVC с юбилеем, мы уже дружим не первый год. Вот Татьяна рассказывала, а я еще и на Кипр ездил. И в Грузию, да. Но я не ездил в Таиланд.
Вот, и надеюсь, мы будем дальше дружить и поедем во много других стран. И регионов.